К новостям спорта. В среду продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги. В своем предпоследнем домашнем матче Лида принимала Брест и уступила гостям со счетом 2-4. Отметим, рыцари уже второй сезон никак не могут одолеть соперника. Неудачная серия игр против Бреста с учетом кубковых составила 13 матчей. Не удалось добиться успеха личанам и в этот раз. Брест уверенно контролировал ход игры, позволив игрокам Лиды отличиться лишь дважды. Голевые броски на счету Павла Ворона и Руслана Гайсина. Да, вроде всего хватало, броски были. Пацаны вылазили вроде. Ну, реализация большинства хромает. Не забили, но вроде так все хорошо было.